Всем привет, ребятушки! Мы сегодня будем играть в Fortnite. Только надо переключиться на нулевая высота. Нулевая высота. Окей, погнали! Я же пацифист, и я не буду нападать на кого-то первый, поэтому мы будем просто бегать и прятаться. Обожаю эту стратегию, просто невероятно. Это гениально. Просто бегать и прятаться. Так долго ты загружаешься, господи, давай быстрее. О, ура. Погнали! Так, куда мы полетим? В руины, поля помешательства. О, блядь, сразу... в золотую зону, блядь, чтобы нас убили нахер просто сразу. А! Нет, я не долечу. Ой-ой. Где тут оружие? Вообще ни одного оружия нет, твою мать. Что ж такое? Вот, мороженое опять появилось. О, о май гад. Твою мать! О, нет! Ой, 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 ой. О май гад, ну нечего было на меня нападать, ребята, ну я... Что вам? Это самое, что я понравила. Так, опять мороженое, нахер мне это мороженое, блин. Снова будем разбивать ненавистные нам диваны. Диваны нам не нужны. Дурацкие диваны. Дурацкие кровати. Вроде бы...
не золотая зона, но все равно, блядь, кто-то там стреляет, нахер, ну. Я же хочу спокойно побегать, ребята. Я не хочу воевать. Да, играть в шутер и не воевать. Гениально просто. Просто гениально. Да, я знаю, я гений. Абсолютно гений. Гениус. Just. Блин, до сих пор брони нету. Кукуруза. Горит. Обожравшись грибок. Наша Харли Квин побежала куда-то. Я выбрать сундук. Опять диван, дурацкий диван. Столько мороженого. О. Неужели? Это какая-то броня. Включить диктофон. Моё физическое восстановление официально завершено. Да мне пофиг, что я там завершу. Главное, что есть цель. Вижу цель, не вижу преград. Отдать предмет. Нет у меня никаких предметов, блин. Опа. Опа. О, о. Автомат с глушителем, опустошитель. Опустошим всех. Тут я слышу сундуки, а они не открываются, да? А, там потому что надо отдать предмет. Блять, какой-то нахуй предмет. Да там в другом месте. А, тут уже кто-то был. Да, всплыл. А мы нет. Вот такой интересный домик, конечно, такой вид хороший отсюда. Только двери нету. Что за дом без дверей, а? Как можно было бы жить там? Вообще классно. Высотка такая, собственная высотка. О, вон там еще. Что-то интересное. Рыба! Не, рыба нам не нужна, зачем нам рыба? Мороженое с особой подачей, это что такое? А, это щит, да? Щит! Щит! Holy fucking shit! Fucking shit! Давай, спасайся уже. Вы поглощаете здоровье врагов. Охереть. Вампир. О,
Wow, боже мой! Oh my god! No! What is going on? No! Иди сюда, блин! Да, иди! Where are you? Лошара, блядь! Ебать, лошара! Ебать, ты лошара, блядь, напала и такая... Сразу сдохла. Все в говне, блядь. Блядь, чё, волк еще бегает. Блин, да что там столько перестрелок, я хочу просто побегать, ребят. Сейчас с неба все упадет. Говорят, не с неба ничего не падает. А все падает. А, не с неба, ну ладно. Не с неба, так не с неба. Это еще. Альфа хуй альфа. О, во, дробовик. Бс-бс. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Все. Мифический тактический пистолет. Нормально. Тактический пистолет. Тактический... Всех простреляем, брюшка! Все, будем ждать. Что там, остров открылся, да? Ну давай быстрее, беги, ёлки-голки. Ну что ты так медленно, бери. Не, ну... Ну нахер, не хочу я на этот остров. Слишком далеко, что там не лень туда бежать. Просто тупо посидим в кустах, короче. Нахер, нахер все.
My girl. Блин, опять надо убегать. Давай, беги быстрее, дорогуша, булочками. Оп, 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 оп. Давай, сейчас где-нибудь еще спрячемся. О, блядь, на острове даже никто не захватил базу. Все потому, что мне лень. Захватили базу, нет, все-таки захватили, да? Молодцы, огурцы. Какие-то задания выполняются. Нормально. Level up! Great! Выпьем за это стакан воды. Так. Ну что, ребята? Где вы? Что здесь? О, отлично, я в зоне. Можно никуда не уходить. Никуда не уходить. Просто чилим. Chill. Just chill. Oh my god. Куда летает? Было же уже 5 человек, 5 people осталось. 5 people. Есть все шансы, чтобы победить даже.
уже 4 people. Oh, 3 people. Oh my god. Oh my god. Why is rain a Cerberus? Cerberus? Oh my god, rock! Oh my god, no! Oh no! Oh no! И, блядь, они... Они меня даже не увидели! О, вообще, брат! Давай. Вообще, лол. Это лишь NPC. Блять, тут такие звуки странные все время. Пиздец просто. Часо. Враг бегает. О май гор! Oh my god! Oh! Oh! Shit! Блин, ну вот. Почти, почти первое место, чисто. Блин, ну ладно, окей. У него мифическое оружие, блядь, было, поэтому все. Все так. Поэтому так, поэтому... Давайте запускать еще, я сейчас их победю просто.
Воспользуйтесь подъемниками Мега Сити в Цитадели. Блять. Бля, ну не, ну как-то это странно пролетело, ну ёлки-голки, ну нет. Даже не оружие, ни хера нет. Ой, бать. Поплаваем. Заодно поплаваем. Мы не будем опять ни на кого нападать, нахер нам это надо. Мы просто, пацифисты, мы не будем никого трогать. Нам это абсолютно не нужно. Правильно, правильно. Давай, беги быстрее, господи, дорогуша. Мы сюда прилетели, чтобы подъемники использовать. Конечно, без нормального оружия бегать даже не знаю как. О, сейф, а я денежки люблю, о май гад, враг, о но, блять, даже не попал в меня, дубаю. Вон там, да? Ой, а как туда достать? Я не достану. Окей, надо идти. До свидания. Бля, а как туда дойти-то? А, вот. О, о, я на прицеле. Всё. На прицеле меня. Если кто-нибудь прицелится, кто-нибудь, О, вот этот мне уже больше нравится. Аптечка. Чтобы аптечить. Сам себе. Медсестра. Сам себе. Охранник. А где это, блин? А вот.
Фу, что-то мне жарко, блин, летом. Пипяу! Мать, what is going on? Ты не попал, не попал, не попал, нет. А все уже, надо было раньше. Ха-ха. Да, блядь, скатывайся, ёпта, налево. Ой, блядь. Ёбнулась, блядь. Со скалы нахуй. Ой, там враги. А, нет, это не враги. Я думала, они танцуют, а они просто по кругу ходят. Дебилы, блядь. Блин. О, ну наконец-то броня, боже. Выломай дверь. Опа! И кровать сломать нахер. Правильно, нахер тут кровать, блядь, вообще. Ой, блядь, там враги, ёпта. Ты слишком близко подошла ко мне. Зачем ты это сделала? Что тебе надо было здесь? Вот, надо измазюкаться в грязи, чтобы... Опа! Сделали задание. Идеально. О, сундук. Опа, у него уже чистые колготочки. Если бы все так было, блядь, в реальности было бы вообще класс. Типа, хоп, стоишь себе, стоишь. И все уже. Я не могу. Так-то хер отмоешься от такой грязи вообще. Ну, это... Unreal just. Блять, спасибо, ебать. От души просто. Так, это чё?
Ultimate Alpha. Опа. А это чё? Окей. Все, побежали отсюда нахер. А я не убегу отсюда нахер. Че, опять остров открылся? Эйбись. Давай, аккуратно, дорогуша, давай. Аккуратно, ебать. О, молодец, блядь. Что там, блядь, стоит? Ты кто, блядь? А, ты NPC, все. Я тебя не буду трогать, just. А, ну уже в зоне, бля, ёпта, налево. Не, надо уходить отсюда. Ты убил кого-то там что-то. Вот я пойду спрячусь в домике, чтобы меня никто не беспокоил. Блять, твою мать! Какой-то people там. Я спрятался. А, нет, я же, блядь, не в кругу. О май гар. Ну вот так, типа. Что-то нарисовано, блядь. А, щелкунчик. Заебись. Потому что отсюда хуй выйдешь, да? Ой, там кто-то бегает. О, нет. Мы никого не будем трогать. Никого. Я не буду. Нет, я только защищаюсь. Защищаю свою жопку. Красно-синюю. Синекрасная жопка. Можно.
Ну давайте уже. Нам кто-то идет. О, oh, no! О, oh, no! О, oh, no! Нет? Блядь, надо уходить. Надо уходить отсюда, давай! Вон он, враг! Look at this. Oh my god. Чего он так странно бегает? Чего, блядь, так странно бегаешь? Тут негде спрятаться. Твою ж мать. Ой, на лобль прилетела Ева. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Нафиг мне этот ключ уже, конечно, непонятно, уже бы конец катки. Абсолютно непонятно. Блять. Да все воюют, да воюют, господи, сколько можно. Неужели нельзя просто пойти карты поиграть? Там салютики какие-то, что это такое? Блять. Ебать.
Макс, нет! Что происходит? Как ты это... Нет! Твою мать! Шит! Подожди, у меня сейчас восстановится хоть броня, блядь. Один чел остался, ебать, где? Вон он. Да, блядь, опять второй мир. Сука, блядь, твою ж мать. Окей. Пиздец, блядь. О, окей, надо взять паузу и проветриться. И сейчас мы продолжим, ребятки. Так.
Окей, я вернулась. Только надо написать, да, сейчас. Смотрим. Да, я сейчас хочу посмотреть на вот вообще полная дичь, как мне кажется, да, на вот эту вот игру. Beaming Drive. Да. Блядь, как она пишется-то? BMG Drive, господи, твою мать, это название пипец просто. Так. Короче, у меня есть друг, который зачем-то смотрит подобные видео, и там в основном, да, это просто машинки где-то все врезаются, и, короче, я подумала, что это полная дичь, и надо это посмотреть. И прокомментировать, потому что здесь чисто просто идет звук какой-то, да? Да, и никто ничего не говорит. Но мы прокомментируем это все, да, потому что, ну, все это. Вот это просто, я не знаю, кто в это играет? Скажите мне, пожалуйста, во-первых, блин. Вот просто какая-то упоротая игра, честное слово. Просто машинки заезжают в самолете. Заехали, ура! Господи, какой-то самолет, хорошо. Мы хотим перевести смешные машинки куда-то в другое место. Ага, вот их тут. Там бомба! Почему никто не проверил, что там бомба? О май гад, вот она вся. А, еще и бензин течет, блядь, ну конечно. Для полного экшена. Еще этого не хватает, правда. Блядь, кто это придумывает? И каким надо быть, блядь, вот отбитым на башку, просто чтобы это придумать, во-первых. Во-вторых, чтобы это смотреть. Сколько тут просмотров? 80... Вот, 83 тысячи просмотров у этого видео. Несмотря на то, что на канале всего 315 подписчиков. 83 тысячи подписчиков просмотров, блядь. Это же полная дичь. Откуда вот в машине бомба? А здесь чилит, типа, блядь, этот пилот спокойненько едет, да, и ничего не парится. Все хорошо у него. То, что у него из бака течет, нигде не показывает. Нет, не показывает. И он такой выглянул в окошко, да, форточку открыл, посмотрел. О, но! О, нет! О, нет! Тревожная музыка, господи! Что происходит? О, боже, мы падаем! Мы падаем, no! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Открываем шасси, может быть, шасси нас спасет. Сядь, 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 сядь.
куда-нибудь сядем. Сейчас. Водитель чувствует, как такую фоточку выбрал вообще. Так, прибор, нам музыка продолжается. Господи. Ведь со стороны шасси, конечно, нет. Бля. Так, окей. Он разбился. Нет, еще раз. Он почему-то прямо не захотел идти. Хуя, ебать, и все нахуй разлить. Деревья причем вообще стоят, блядь, как ни в чем не бывало, Рил. Вот. Дерево, блядь, просто стоит. Вот. 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 С деревом ничего не произошло. Ну-ка, еще раз. Ебать. Дерево вообще похую просто, блядь. Вот дерево, блядь, как стоит. Как стоит. Просто unreal игра, блядь. Просто трэш. Ну. Деревья вообще похую. Деревья должны были его хотя бы чуть-чуть затормозить. Вообще похую. Просто их как будто не существует. Вот. Хуяй, блин, слишком быстро все разлетелось. Да. Цветочки такие все красивые. Это все должно сгореть нахер. Не должно быть такого. Что там? Так там же еще и бомба была. Почему бы им показали, что бомба взорвалась? Почему не показали, что бомба взорвалась? Цветы должны были все сгореть нахер. Короче, совсем не реалистичное видео, блядь. Абсолютно. Все. Я оставлю, блядь, дизлайк этому видео, потому что оно нереалистичное. Абсолютно. Окей. Вот тут я нашла какую-то вот смешная картинка. Просто дичь. Тоже. Wait a minute. Почему? Почему он стоит на диване? На кровати. Блядь. Почему он стоит на диване? Почему диван стоит на дороге? Прямо посередине дороги. Кто это придумывает? И едет КамАЗ зеленый. Вот это что вообще? Это... Блядь. Насколько надо быть больным на башку, чтобы придумать это? Что это? Это препятствия какие-то непонятные... Трэш просто. Надо же так извращаться. Это лава, да? Это лава. Пол это лава! Оу, ноу, ноу! Нет, блядь, ты не мог на 2 сантиметра объехать чуть-чуть по... Нет, надо обязательно туда съехать. Вот надо было чуть-чуть повернуть, блядь, сильнее. Нет, пол это лава, пол это лава! Оу, боже, все, мы сгорели, все сгорели. Ну, 2 машины хоть выжили. Опять пол это лава! Все. Все, он сгорел. Все. Откуда в дороге вообще лава, блядь, взялась, господи. Окей, едет КамАЗик. Хорошо. Опа! Человек стоит на дороге. Ебать! Понял, блядь. Нехер там было стоять. Все. О, давай, не так. Так. И прямо на дороге он будет заезжать на машину, да. Изи! Изи, да. Давай, второй. Это гелик. Ты не мог помедленнее ехать, блядь!
Конечно, ты, блядь, прежешься нахер, потом что ты, блядь. Давай, давай. У тебя вторая попытка. Вторая жизнь, блядь, походу. Ты кот, что ли? Давай. Еще быстрее. Все. Изи! Красава. Давай. Еще быстрее. Опа! Блядь. Опа! Он ожил! Тоже еще один кот. Красный кот. Кот красный, кот красный! Давай, давай. Вторая попытка. У тебя. Блять, заделали хуйню. Зеркало потерял, что ли? Давай. А, ты еще и задом хочешь встать, да? Давай. Давай. Изи! Господи. Да, и челика мы сейчас раздавим. Давайте. Да, вообще похуй он там лежит. Вообще похуй. Блять, это слишком сурово. Это слишком сурово. Бугорок! А нельзя было притормозить, нет? Этот, блядь, тащится там все еще, господи. Пиздец, блядь. Ну. Огромный бугорок, блядь. Конечно, давай, ебать. Давай. То, что машины должны быть зафиксированы, там колеса и все такое. А, еще эта хуйня. Блядь. Там стоит знак, что туда нельзя ехать. Все разнесло нахуй, блядь. Конечно. Что? Кто это придумывает? Так, что-то новенькое. Угу. Давай. Опять чел стоит. Да что ж такое? Ну, он прилег отдохнуть, хорошо. Он прилег отдохнуть. Так. Level up. Level down. Отлично. Прямо на машине снова мы будем заезжать. Давай, Феррари, отлично. Феррари, мы повезем. Феррари. Тоже мы не будем никак прикреплять колеса. Еще одна Феррари, господи, давай ее жмать. Или не Феррари. Так, а вот она уже медленнее заехала. Отлично. И как эти гелики. Так. Еще машинка, еще машинка. Давай. Давай, еще Феррари. Отлично. Вот. Тихонечко, аккуратно, давай. Давай. Мы... Опа, врезался. Все-таки врезался. Level up. Level down. Телек, что? За что он держится там? За что он держится там? Баутини, что ли, или что? Что с ним? Пиздец. Кто это придумывает? Почему на дороге это все происходит вообще?
просто никакой логики здесь нет. Никакой, абсолютно. А он висит, да. Ну, на чили, на расслабоне, хорошо. Этот как-то странно поехал даже. Еще один чел, о боже. Давай, давай. Ну он стоит, ему вообще похую просто будет стоять. Бля, опять яма. Давай. Давай, давай, пол это яма. Ну, две машинки же доехали, все. Две Феррари мы спасли, боже мой. И они поехали. Да, нормально. Один молодец. Уехал. Хотя там не... Что, господи? Ну кто? Нет, нет, нет. И он тоже. Блядь. Тоже, пол это лава. Все. Все. Короче, где-то в мире, наверное, существует такая странная дорога, где все время какие-то бугорки резко, а потом хуяки ямы, блядь, с лавой. Блядь, ну кто это придумывает? Кто это делает? Что у этих людей в голове, просто непонятно. И это смотрят, вот. Вот здесь 127 тысяч просмотров. Это же просто трэш. Самое интересное, они это придумывают? Сколько надо быть больным на душу, просто чтобы это придумывать? Я не понимаю. Ну что это такое? Так, мне надо выпить. Что это просто трэш. Жесть. Ну как вот. Окей. Давайте еще посмотрим. Вот. Что здесь? Здесь вообще машина маленькая, какая-то мечи какие-то. 3, 2, 1, go! Давай. Почему у него такие огромные колеса? Окей, 911 подъехала. Help me. А, уже его быстро вылечили, да? Давай. А меч-то где? А, там еще какие-то бомбы. Что? А, это наоборот слишком маленькие колеса, она очень маленькая, да? Хорошо. Детская такая машинка.
Не доедешь, не доедешь, блядь, к песку, блядь, колеса что-то застряли. Так, давай, внедорожник. Так. Ебать, опа. 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 Так. Амбиланс приезжает. Давай. У него уже колеса дымятся, блядь. Че у него цепь какая-то на жопе? Это что за цепь вообще? Может, сбежавший кот или что такое? А, ты его повезешь еще? Здравствуй! Вообще нет дороги, как можно ехать там, где нет дороги? Почему они не смотрят? Давай, во что бы то ни стало, надо сделать это. Ну почти. Почти доехал, блядь. Бэха утонул, всё. Так. Камазик подъезжает. Так. А синяя машина куда делась-то? Была синяя машинка, всё. Исчезла. Так. Блядь, что-то делать. Что происходит? А вот появилась синяя машина. Давай. Синяя машина была разбита. Она уже не разбита. Все. Давай. Давай, вези. Ура! Блять, она поехала в воду. Что такое, блядь? Что это за какие-то волшебные силы? Никакого толку. О, узкая машина тебе, давай. Давай, давай, спаси его. Опа. Узкая бэха, да, да, давай. Опять, нет, она даже стоять не может. О боже. Блядь, это пиздец. Кто это придумывает? Пипял. Во, реал, вот. Вот канал. И здесь... 1,83 миллиона подписчиков. Просто они все смотрят на эту херню. Что в головах у этих людей? Зачем они это делают? Почему? Почему нельзя заняться чем-то другим? Здесь 413 тысяч просмотров. Блядь. Они просто смотрят на аварии. Они просто смотрят на аварии. Окей.
Посмотрим. Ну. Так. Так. Уже человек упал. Он уже упал. Как он упал? Что произошло? Да, внезапно он захотел туда посмотреть. Ну, конечно. Никто туда смотреть даже не будет, там же высоко. Сейчас, на батуте, я сейчас долечу до тебя. А, нет. Он один такой батут подвинул, блядь. Блядь. Ну все, чувак, ты обречен. И все машины поехали из-за тебя, потому что ты долбоёб, блядь. Вот и все. Там такой ветер, но не бывает такого, что мост вот так хуя. Это вот China Technology, походу, блядь, просто. Мост сделан из пластика. Из детского китайского пластика. Поэтому он так просто упал. Так. Опять поезд шатается, блин, даже же такое. Это что, блин, реально все из, блин, из пластилина там дороги, что ж, сделано. Пиздец, бля. Реально. Слишком нереалистичная игра. Ну давай. Так. Че, здорово, Витёк. Че как? Ой, у тебя машина уехала. Ой, блядь, что делать? А? Как раз вот здесь вот проезжал вот. Боже, с мебелью. Кому-то везли новую мебель. И на него упал КамАЗ. Все, вот и не будет у тебя мебели новой. Так, опять кран. Опять мы делаем дорогу. Сейчас мы аккуратненько. Какой-то долбоёб будет ехать именно по этой дороге и заснёт. Дед старый заснул, блядь. Что произошло? Дорога упала, и мост упал. Ой, не мост, а этот. Кран. И он тоже рушится. Конечно, конечно. Он же сделан из пластилина. Браво. Так. Давайте, давайте. Это вообще чё? Нет, надо еще раз. Мы просто ставим вывеску на газовую станцию. Два чела стоят. Просто стоят. Там машины зачем-то стоят. Она проваливается в текстуры. Она проваливается в текстуры, и все. И весь потолок рушится, блядь. Вывеска что, тяжелее, чем... Грёбаный потолок, что ли, который сделан из бетонной плиты, судя по текстуре. Ну как это вообще? Это же просто вывеска. Она должна быть пластмассовая. А крыша должна быть прям жёсткая. Уф, какая жёсткая. А тут нихера подобного. Ну что за бред, блядь? Ну что это такое? Трэш. И все, и конечно же, вся крыша сломалась, все взорвалось. И челики погибли. А эти челики стоят и им вообще похую.
произошло. Блять, вообще непонятно, что произошло. Ну да, конечно, кто-то на край кровати, ой, кровати, дороги поставит бетонные блоки, чтобы потом врезаться в них, да. И машинки, бдж. Это похоже на то, что было в фильме «Такси», они вот так вот врезаются. Хоба! Вот и камушки подъехали. Ой. Подожди. Девочки, вы упали. Вы упали, девочки. Так. Солнышко село. Их ветром сдуло, это как? Это что за ветер, блядь, такой? И школьный автобус здесь мимо проезжал. Конечно, вот ему здесь, блядь, делать нехуй, блядь, в лесу. Два школьных автобуса, блядь, вечером. Ты же прикалываешься? И на мост, наверное, конечно. А школьников вообще похую, они сидят, нет, один улетел. Все, вот и поплавали мы с вами. Почему здесь полиция так быстро проезжает? Дороги там, конечно, хуже, чем в России. Так. Мы везем какую-то хуйню. Ебать, она длинная. Да, блядь, такую длинную хуйню так не возит, чел. Еще и по траве. Давайте ее поставим, да, мы вот здесь хотим поставить большой елдак. Он уже помятый. Ну ладно, сойдет, блядь, и так сойдет. А вот нехуй там было стоять, блядь, понял, блядь? Нехуй там было стоять. Уже скорая подъезжает, блядь, она уже тут как тут, она уже знала, что... No, это просто трэш. Пиздец, блядь. У кого-то слишком больная фантазия. Пипец, просто, блядь. Окей. Окей. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Ну. Так. Блять, почему так жарко?
Так, окей. Теперь время нам о чем-нибудь поговорить. Да, я сейчас попробую включить фоновую музыку и попью воды после этого трэша. Это просто трэш, господи. Вот что в голове у людей, которые постоянно смотрят на... Что у них в голове? Зачем они это делают? Слишком много вопросов и так мало ответов. Слишком много. О. Может быть, к нам кто-нибудь присоединится? Блять, я надеюсь, что нет. В следующий раз, короче, я буду смотреть ТикТок. Потому что это трэш просто. Такое невозможно смотреть. Те, у кого больная психика. Ребята, ребята, а да, я добавила на стрим всякие оповещения, поэтому. Они будут появляться очень красиво. А, блядь. Саундтрек со стороны Твича больше не работает, да? Блядь. Пошли тогда нахер, блядь. Заебали. Думала, музыку можно включить. Хуй тебе, блядь. Не включишь. Да, ну так вот. Оповещения, блядь. И можно потестить их теперь, да? Типа, если к нам кто-то подпишется. Oh my girl. Класс. Сообщение. Сообщение. Если кто-то к нам подпишется. Кто-то подписался. Кто-то платно подписался. Кошечки. Кошечки. О-хо-хо, какие кошечки. Окей. Вот. И... Мемы алерт, у нас есть тест алертов. Ну где? Почему я не вижу? Что такое? Бля.
Да, это прикольно. Реально хорошую вещь придумали. Пельмени. Ванесса. Вкусные пельмени. Нет, Ванесса. Пельмени. Это очень вкусно. Ванесса. Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Шизофрения. О, Реал, блядь. Сервер Шизофрения. Хорошее название, блядь. Реал. Мне нравится. Бля, Реал. Так. Так. Окей, ребят. Ребята. О чем можно поговорить? О чем можно поговорить самой с собой? Хороший вопрос. Что бы я бы рассказала? Что я бы рассказала интересного? Сейчас. Я даже не знаю, что писать в названии, блядь, этого хуйни. Честное слово. А, блин, на Твиче, короче, какая-то херня. Почему? Полно просто полуголых женщин, дам. Да, мы не будем никого оскорблять. Их так много. Они все такие полуголые. И это разрешено. Хотя я раньше читала, что обнаженку нельзя. Но, видимо, уже можно. В связи с тем, что OnlyFans не работает в России, видимо, поэтому можно ли что? Я не понимаю просто. Ну ладно, окей. Это как бы не мое дело, да? Это не мое дело, это не... Меня не касается. Спасибо им, что они радуют глаз. И не только глаз. О, господи. Ладно. Может быть, что можно, что можно. Блин, Рал. Что за трэш? Почему Twitch саундтрек не работает? Все. Все, Twitch саундтрек не работает. Да. Пипяу. 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 Ну ладно. Да, в следующий раз я буду просто тупо смотреть мемасы и ржать с них. Блять, потому что это что это? Можно здесь просто есть на камеру? Я бы ела на камеру. И это... Есть такое, да? В этом, как на Ютубе.
Ничего не происходит. А вот кошечки. Да, реально, надо ТикТок снять. Снять один ТикТок. Снять тиктоки, тики-токи. Блять, все слишком розовое. На стриме мне не нравится. Надо поменять. Надо поменять и музыку добавить. Ох, ты тихо, блядь, реально. Пи-пяу.
Блять, почему так жарко? Record this in a format that OBS Studio will read. Чё, почему? Вообще это такое. Я просто тупо открыла свои подписки на Ютубе, какие-то непонятные каналы здесь. Которые вообще не знаю. Блин. Я пытаюсь найти музыку, где она? Где она?
сейчас отправлю мамасик. Давай. Где? My own special brew. Would you like to try some? Сложно нахуй. Короче, надо добавить кнопочку, и тогда эти мюзик можно использовать. Просто потрясающе, блять. Перед началом. Готово. Thank you.
Окей, ребята. Всем спасибо, что были со мной, смеялся со мной. До скорой встречи, ребята. Пока-пока. Скажите, где здесь туалет? Нашел время. Спасибо.